Вот эта карта, которая здесь открывает наш сегодняшний разговор, это карта черты оседлости, той территории, которая в России с конца XVIII века и по начало XX, фактически по февральскую революцию, была территорией, где было разрешено поселение евреев в определенных видах поселений, тоже не во всей черте. Соответственно, если посмотреть направо, Москва находится в нескольких сотнях километров от этой самой линии, соответственно, довольно далеко. Да, и это обозначало, что для еврейской традиционной семьи, которая не хочет порывать со своим народом, со своей культурной традицией, и религиозной, естественно, оказаться в Москве означало долгое время, означало фактически либо разорвать эти взаимоотношения, либо быть неким исключением из правил. И по большому счету то, о чем сегодня пойдет речь, это в каком-то смысле исключение из правил. Но начнем мы с самой черты. Значит, юноша или юный мальчик, да, Калман, Калонимус, Вульф, да, двойные имена были нормой для тогдашнего еврейского мира, а иногда и тройные. Соответственно, Калман или Калонимус зависит от просто традиции написания. Иногда его еще называют, соответственно, на еврейский лад, переводя слово Вульф как волк Зеевом. Да, то есть есть вариант Калонимус Зеев. Все один и тот же человек. Значит, из тех данных, которые у нас есть, родился он в 824 году в небольшом, маленьком таком очень городке, местечке, Старой Жагоры, как она называлась, значит, в Ковенской губернии. Дальше очень важный пункт. Пункт, который сыграет, наверное, в биографии и Калонимуса Вульфа, и его потомков довольно серьезную роль. Казалось бы, что это элементарная вещь, да, получить начальное еврейское традиционное образование. Но надо не забывать, где происходит дело. Дело происходит в исторической Литве, в еврейском понимании слова «лита». А «лита» — это необычная область, это центр талмудической культуры. То есть это, этот уровень начального талмудического образования в каком-то смысле соответствует сегодняшнему такому, я бы сказал, выпускнику среднееврейской школы, я бы сказал. В дальнейшем судьба забрасывает Калмана или Калонимуса в Воложенскую ешиву. И это как бы очень важно понимать, что этот человек оказался в самой гуще еврейской духовной и не только духовной, а еще и общественной жизни. Параллельно, как очень часто бывает, вместе с изучением Талмуда он начинает и экономическую деятельность свою, первые шаги. Первые шаги были связаны с двумя проектами. Ну, первый проект традиционный для евреев черты оседлости – это торговля зерном. Да, ну, в общем, здесь ничего особенно нового не скажешь. И не сказать бы, что она ему сильно удалась. Ну, был такой достаточно посредственный торговец зерном. Да, если бы он на этом поприще остановился, я думаю, что вряд ли мы сегодня бы здесь встречались и о нем говорили. Другая вот эта сфера, которая сверху обозначена, это очень интересный эпизод. Мы к нему еще вернемся. Это попытка основать еврейскую сельскохозяйственную колонию, которая находилась на территории неподалеку от города, ныне он называется Даугавпилс, да, это Латвия, или Латгалия традиционное местечко, которым люди занимаются сельским хозяйством. Сюжет, я прошу его для себя запомнить, для того, чтобы мы потом к нему еще вернемся. Попытка оказалась неудачной, несмотря на немалые вложения, в том числе и со стороны правительства тогдашней империи. Вот. И молодой человек ищет себе применение в других областях. И, наконец, 34 года уже вполне сформировавшимся человеком, в конце 50-х годов, он оказывается в Москве. Сказать, что Москва – это другой мир, это ничего не сказать. Для местечкового еврея, человека, начиная от костюма и языка, и заканчивающего семейным укладом, да, и так далее, это ну, Северный полюс. И вот попадает этот молодой человек без всяких протекций, без никого. Он попадает поначалу в место, которое получило в Москве название Глебовское подворье. До конца 50-х годов XIX века в Москве был единственный дом, где разрешалось пребывание временное пребывание евреев. Вот он оказывается в общежитии, плюсом этого общежития является общая молитва и, соответственно, кошерная еда,
что для него значимо. А минусом то, что он, если бы он там остался, опять же, шансов адаптироваться в новой среде нет. И вот на самом деле удивительная ситуация заключается в том, что за фантастически короткий промежуток времени ему удается, не потеряв лицо, сделать ну, действительно выдающийся успех в русской экономике. А в Москве он попадает в семью Боткиных. Значит, Боткины такая весьма интересная московская семья, такая купеческая, классическая семья. Значит, Петр Кононович, который основатель этой семьи, человек даровитый во всех отношениях. Чем-то ему этот молодой человек понравился. Он занимается у него сначала торговлей в разнос, то есть ходит по домам, потом это торговля на доверии, еще что-то ни было. И в итоге, уже после смерти Боткина, он начинает свое собственное дело по торговле чаем. Он знакомится с торговлей чаем. Теперь немножко про торговлю чаем. Значит, Москва, ну, в данном случае это Российская империя, да, и близлежащие такие территории, куда к концу XIX века влияние Российской империи распространялось весьма активно. Территория гигантская, однако торговля чаем была явлением, хоть и значимым, но очень усложненным. Именно благодаря расстояниям и благодаря тому, что вся эта торговля шла исключительно сухопутным путем. То есть она шла из Китая, вот, это вот территория, да, можно себе представить, и дальше через все проволочки, через всех российских чиновников, через все таможенные кордоны. Да, можете себе представить, сколько доставлялся чай и насколько это был товар в данном случае тяжелый и рискованный, да, для бизнесмена, который этим занимался. Понятно, что при такой ситуации торговцев чаем было не так много. Эти торговые дома были известны давно, у них были хорошо сложившиеся отношения с властью и некоторый круг клиентура, да, как бы, и это, в общем, всех устраивало до определенного времени, пока не случилось некоторое революционное событие. Революционным событием было разрешение со стороны императора доставлять в Россию чай морем, да, который в итоге получит название «кантонный». Кантонный чай, значит, чай морем – это означает, что чай может двигаться не только из Китая, что можно доставлять морем, ведь если представить себе карту, да, которую мы сейчас немножко ушли от этого земного шара, что будет ближе с точки зрения морских путей, то есть огибая Африку, да, как бы будет ближе, безусловно, Индия, Цейлон, да, как бы, Индонезия нынешняя, там, где выращивают чай, и его достаточно легко доставлять. Доставлялся он, соответственно, огибая все через Одессу. С этим будет связано еще одно отделение фирмы, но об этом чуть-чуть попозже. И вот это разрешение, оно кардинально изменило сам характер этой торговли. То есть в чем изменение? Теперь основным является не взаимоотношение с русской властью, а взаимоотношение с поставщиками. И вот именно это революционное изменение доставки чая, оно кардинально меняет весь рынок. Высоцкий достаточно быстро растет. Растет его бизнес, и к началу 20 века он контролирует примерно треть чайторговли Российской империи. Вот, собственно, сам наш герой. Очень долгий сюжет лично с Высоцким был связан с тем, чтобы ему получить право жительства в Москве – это особая сфера. Несколько купеческих фамилий активно ему в этом помогали, в том числе Боткин, который 10 лет писал. Представьте себе, 10 лет русский человек ходит за своего еврейского служащего и просит ему право жительства в городе, да, как бы постоянное. И, наконец, он его получает. Получает это право, соответственно, к 70-м годам он становится, он приписан, кстати, не к Москве, а посмотрите, да, сначала было к Петербургу, опять же, первой гильдии купцом. Это уже давало очень много разных привилегий, в том числе право при себе содержать еврейскую прислугу из черты оседлости. Значит, к 900-м годам он производит полную реорганизацию своего предприятия и организует вот это вот самое товарищество на паях. Кардинально меняется характер. Понятно, что паи были неравнозначны, но вот, как я говорил, никто в обиде и в накладе, как выяснилось, не остался. Да? Он фактически создает не просто систему чайторговли, но модернизирует то, что называется сам процесс расфасовки и доставки, расфасовки сетевой продажи чая. Да? То есть это фирма, организованная на новых началах. Дальше
разговор идет о дивидендах. Да? То есть как бы очень крупные проценты, если посмотреть, они и по сегодняшнему дню достаточно крупные, а если говорить о том, как это в динамике во времени развивалось, 1900-е, там, 1910-е годы, это, конечно, фантастические совершенно цифры. Один из его, его служащих, служащий, который возглавлял, как известно, лондонское отделение, открытое уже после смерти основателя. В 904 как раз году он умирает, и в 904 же году, к концу этого года, открывается отделение в Лондоне. Многолетний такой персонаж. Почему я его здесь в данном случае особенно выделяю? Ашер Гинзберг или Ахатгам. Ахатгам, значит, один из крупнейших мыслителей, еврейских мыслителей начала 20 века, один из основателей того, что сейчас называют там, термином «духовный сионизм». То есть основная мысль этого человека состояла в том, что земля Израиля – это не столько даже центр численный, да, как бы, который должен превалировать, доминировать в еврейском мире, а значимость земли Израиля для еврейской культуры в том, что она должна создавать, эманировать, что ли, да, как бы еврейскую, новую еврейскую культуру, культуру 20 века. И надо отметить, что, не знаю уж, под влиянием или в сообществе с Высоцким, но эти идеи сыграют в деятельности как раз Высоцкого огромнейшую роль. Сам Высоцкий и его компаньоны, кстати, это тоже скопировали, был человеком достаточно щедрым. Он завещал миллион, мы об этом будем говорить, миллион имперских рублей на нужды земли Израиля и возрождения этой земли. Это один из самых крупных вкладов, он сравним с ротшильдовским. Но про Ротшильда мы знаем все, а про Высоцкого, к сожалению, как-то слабо забыли. Да? Он был действительно одним из основателей движения Хавей Цион, движения поселенцев в земле Израиля, еще до сионистского движения возникающего. И этот как бы, проект для него становится одним из центральных. Кроме прямой поддержки поселений, значит, есть многообразнейшая благотворительная деятельность в пользу новой литературы на иврите, в пользу всевозможных изданий, в пользу общества для распространения просвещения среди евреев в России. То есть это образование здесь и так далее, и так далее. Самый крупный, наверное, его вклад был дарован уже после смерти. То есть я говорил, что он умер в 904 году, а в 908 году большая часть из вот этого миллиона, который он завещал, была потрачена на создание высшего технического заведения в земле Израиля, которое, в общем, существует до наших дней, называется Технион. Это семья, которой почему-то весь 20 век, ну, большей ее части, сопутствовала фортуна. Чего не скажешь о еврейском мире, не столь это очевидно, да? Но вот семья Высоцких, когда она занималась экономикой, литературой и даже революционно террористической деятельностью, даже там это соответствовало почему-то каким-то выдающимся успехам. Мы, наконец, переходим к самой семье. Это портреты кисти друга семьи, о котором тоже стоило бы здесь сказать, соседа здесь фактически, Леонида Иосифовича Пастернака. Соответственно, с сигарой сидит сын тот самый, который возглавит после отца, Давид его звали, дело Высоцких, а его компаньон, это его, соответственно, родственник, пайщик и так далее, Цетлин, один из основателей еще одной очень яркой семьи, про которую тоже пойдет чуть-чуть попозже речь. Я чуть-чуть, хотя здесь вот в этой книжке повторю, все это есть, да, но на всякий случай еще раз чуть-чуть обозначу. Да, вот это вот основные его наследники, да, как бы, то есть видно, что это три дочери, одна замужем за Цетлиным, Гавронским и Гоцем, да, как бы, соответственно, и сын Давид, который, соответственно, и возглавит семейный бизнес вплоть до 20-х годов. Несколько слов буквально о Давиде, которого мы только что видели с сигарой, в таком вальяжном варианте. Да? Человек тоже очень яркий. Ему удалось фактически удвоить капитал фирмы. Это тоже совершенно... Причем за очень-очень короткий промежуток времени. Кроме того, сам Давид получил, и это была воля его отца, получил прекрасное именно русское образование. Еще удивительный момент. Соблюдающий до мозга костей ортодоксальный традиционный человек дает своим детям изначально именно не еврейское образование. Да, они присутствуют при ритуалах, но ни один из них не стал фактически вот продолжателем религиозной еврейской традиции. Ну и, наконец, мы переходим к этому дому. К этому дому, с которым связаны многие уже там упомянутые имена, неупомянутые. Вот фотография, как дом выглядел, собственно, примерно столетия назад. Да? Вот здесь был литературно-художественный салон. Здесь, не случайно, видимо, стоит рядом со мной
замечательный инструмент, звуки которого, может быть, не этого напрямую, да, но всегда звучали и сопровождали все вечера, которые здесь были. Здесь были художники, здесь были поэты, здесь были общественные лидеры абсолютно всех направлений. Этот дом знал Серова, этот дом знал десятки людей, самых ярких в истории. Еще одна, да, семья, упомянутая сегодня, неотъемлемый участник того, что здесь происходило, это семья Пастернак. Ну, здесь я обошелся немножко полотнами самого Пастернака, да, как бы его автопортрет с женой. Правда, это более позднее немножко время. Напомню, Розалия Кауфман, да, которая была одной из выдающихся пианисток своего времени. Но свою биографию, свою карьеру пианистки положила прежде всего на своих детей, бросила это занятие профессиональное. Ну и, соответственно, его дети, да, как бы в данном случае, в гимназическом возрасте. Семья очень яркая, очень тоже интересная. Соседи здесь совсем рядом, да, через перекресток фактически находится Московское училище живописи, войны и зодчества, которое было главным местом профессиональной карьеры и профессиональной жизни Пастернаков. Да и жили они здесь неподалеку, поэтому общение было постоянным. И самое главное, что по духу эти две семьи были очень похожи. Небогатая семья Пастернак, но жившая в русской культуре, да, как бы, и семья Высоцких вот с этим романтическо-революционным задором и духом, да, которая совершенно... они оказались созвучны друг другу. К сожалению, от этой семьи в Москве почти ничего не осталось. Давид, старший сын Калмана, возглавит московскую еврейскую общину. Он был, в общем, при жизни Лазаря Полякова, он был вторым человеком в московской общине и по капиталу, и по влиянию. После его смерти в 2014 году он становится фактически лидером общины, и в 2018 году его избирают как сиониста, как, значит, крупного общественного лидера на съезд еврейских общин, который, как известно, в Москве собрался, но толку от этого оказалось немного. Вот он довольно быстро понимает, что с новой властью в 2018 году каши не сваришь, и это тот самый уникальный случай, когда им удалось ликвидировать то, что можно было ликвидировать. Надо сказать, что здесь некоторую положительную роль сыграло то, что у них были отделения за рубежом. И лондонское отделение, и в Китае отделение, еще в целом ряде городов мира. И это позволило перекачать какую-то часть капитала, значит, вовремя, да, до того момента, пока все было не конфисковано и реквизировано. Но понятно, что то, что оставалось производственное оборудование, да, которое оставалось в Москве, здания, в том числе и это здание, они, естественно, были реквизированы. И, ну, правда, Высоцкому это уже было, наверное, все равно. Есть один сюжет, который очень важно понимать, что... Есть, ну, я не знаю, как бы это обозначить. Есть некая вот, это мистика Ницше, но я думаю, что есть некая историческая справедливость некоторая, да, которая установила то, что фирма Высоцких в итоге, вот одно из старейших чай-торговых предприятий империи, Российской империи, оказывается в итоге пионером экономического освоения земли Израиля и существует до сегодняшнего дня. Вот если задуматься, сколько фирм, созданных в начале, там, 19-го, в начале 20-го или в конце 19 века, существует до сегодняшнего дня и делают примерно то же самое, то мы на самом деле не найдем большого списка. Это тот случай, когда перевод на производственных мощностей оказался некоторым историческим событием, как ни странно, хотя я думаю, что тогда это не, так не воспринималось. Давид Высоцкий переедет в Лондон, он передаст свои дела одному из своих родственников, Леону Зайдлеру, и Леон Зайдлер уже переведет это в подмандатную Палестину в 30-е годы, где, собственно, родится нынешняя марка чая Высоцкого в том виде без кораблика, да, как бы, но, тем не менее, тоже весьма уважаемая фирма со своими традициями. То есть мы имеем дело с большой, очень яркой историей, у которой, как можно было, наверное, заметить, есть абсолютно все стороны, да, и литературные, и художественные, и семейные, и революционные, и вот такие, абсолютно любые. Thank you.